Черчилль III, да. Много на нем было побед и поражений. С этим Дикер Максом мы фармили кредиты на первую восьмерку. Ладно, хоть потом я узнал про сайт WhatHub. Ведь там большой ассортимент кейсов с танками и голдой. Мгновенная отправка призов, промокоды и постоянные бесплатные раздачи. Более 300 тысяч пользователей. Ты сможешь прокачать свой ангар так же, как и я. Ссылка в описании. Антох, спасибо огромное за поддержку. Разобрались, на чем поедем. Ты утверждаешь, что раньше была жесть, что насколько это подлый танк. Это, ну, ничего не изменилось. Е-25 примерно на ноль сводит все шестые уровни, если к ним кидает. И седьмые похоронит всех. И сейчас, если карта будет нормальная, то тут кое-кому будет не жить. А если конь Химмельсдорф, то мне не жить. Елуха, тебе светить. Пока тут я посмотрю. Блин, тут херня вообще случилась. Надо сваливать. А, подожди, вот же у нас столько тут типов приехало, миллион. Надо их разменивать, значит. Как-то Чаффи бы работать. Может упороться? Вот, Чаффи уработали. Сейчас можно вернуться на исходную. Да ё-моё, второй поджимает. Не расслабишься, короче. Надо работать. Елочка, давай кимпу светим. Режу. Ой-ой-ой-ой, руки-то из жопы. Ну ты издеваешься так делать? Что за имба? Ну как в нее убью? Видите, она бессмертная просто. Не могу попасть, мне все отскочило. Ну пожалуйста, попадай. Блин, ко мне в спину уже Леша МТВ едет. Ладно, разворачиваемся. Уходим. Пошли в Лёшу МТВ выпарываться, в него сейчас все наши влетят. Надо его забить тут насмерть. Да блин, типы загородили. Все нормально, отбились от самого сложного. Сейчас как-то надо подсвечивать зеленку и заодно ее всю убивать. Это мне, да, делать? Мне и стрелять, и светить прикажете. Ну а чё, танк у меня оверспособный, надо это и делать все.
Эти уже поджали, пока мы тут возились с этими ЛТ. Блин, эта команда у нас просто импотентов. Надо выходить к 100. Вот Ешку бы забрать, если она сейчас рыпнет. Вопросов нет. Надо выходить, потому что подожмут. Мне нужно дистанцию, чтобы их ДПМить. Уходить совсем. Блин, еще больше сейчас проиграем. У нас колесная ФКшная псина тут стоит. Надо мне забираться наверх. Забираться наверх. Тут все. На него можно рассчитывать как типа на светляка. Я не знаю, что у него с обзором, но если он стоит, у него же маскировка там имбовейшая. Он кого-то может насветить. И самое смешное, если они об него подсветятся, я их всех и убью. Вот будет лол-кек. Нет, так не получилось. Это Ешка, в ней фул хп почти 500, там фуловая ЦС-ка, половина на Д25 пополам. Ой-ой-ой-ой, так она слепая, можно ее убивать, наверное, смело. Нельзя не попадать с уроном. Ну вот. Хорошо. А как этот прошмыгнул? Вот Джапен. Он один к 100. А нет, там як пантерка может его поддерживать. Это какой вообще уровень CS? Это 7 уровень. Может быть просто упороться, разменяться с ним? Я же его передепоемлю. Или чё? Бой... Ну, мы на 1000 отстаем. Ладно, потерпеть. Вот если Ешку я сейчас расстреляю. Как оно танкует? Я просто не понимаю. Как это они пробивают эту всю херню? Надо остаться здесь пока, не знаю, что делать. Пока они там пытаются захватывать. Ой, прекрасно. Братец, почему ты въезжаешь туда? Зачем ты это делаешь? Господи, ой, макака. Кака-кака, ой, макака. Никак его не спасти, не разменять, ничего с ним не сделать. Просто он отдался, поехал. Ну, я не уверен, что это можно выиграть. Так-то можно, это же Е25. А давай будем пробовать выигрывать. Стопэ. Я могу их убить с зеленки. Но я арту оголяю сейчас, если убегаю. Позиция неплохая для дефа. Но вижу по их желанию захватывать базу, на все им примерно полностью насрать. Им надо базу взять. Блин, очень больно от чувака отхлебнул. Двое на захвате. Два.
Двое на захвате, третий. А кто там третий? Е-25 где-то за мной выезжает сейчас. Он или арту пошел убивать, или этих типов. Если я Ешку убиваю, 40 секунд хватит ли мне? Я еще убивать ее буду секунд 20. Ай, как неудобно. Неудобно срать в почтовый ящик. 20 секунд. Бися! Бисенька! Бисенька, Вася! 20 секунд. Сведись, хлопчик, тебе нужно сбить. Или мне сбить. 10 секунд. 8. 6. 5. 4. 2. Одна. Я сбил! Я сбил! Я думал, уже поражение! Ваша мама! Молодец! Просто мокрые штанишки от радости. Сейчас как-то их маскировка стоячих против меня движущегося. Не увидит. Вопрос, нагибает ли Е-25. Вопросы. Загуслить, блин, чтобы до арты не доехал. Ребят, нагибает очень сильно Е-25. Просто... покрошил просто всех бомжей. Две пульки еще осталось. Ё-моё. 4200, гайс. Наш артовод, к слову, его-то мать, стальные яйца. Но вроде бы уже на арте не играют стальные яйцевые, пацаны. Все поняли. Обосраться. Ребят, если ждали, когда ставить лайк, это лайк. Это лайк. Это второй раз такое не сделаешь. Это сбитый 1 100 % тысяч захват, которые все. Япона мать. Давай на артовода посмотрим. Не зассал. Ну хотя, признаться, он не помог, но он дал очень важную альфу в Е-25 в упоре. Если бы он этого не сделал, я бы тратил больше времени на ее убийство. Если бы вообще убил, это значит, захват бы я не успел бы сбить 100%, мы бы проиграли. Короче, этот чувак красавчик. Санчес 174. Он красавчик. Я не знаю, что... Ну, он не так много на бой сделал, не так много сильно повлиял, но именно так, чтобы мы победили. Именно так. Обалдеть просто. У меня аж прям это... Если б курил, пошел бы покурить. Это супер жесть. По фарму, конечно, у нас небольшой провал, но это и не главное. Ух! Ай, нане. Ай, люблю. Что творит сегодня? Е2... Да хана, что всегда такое делает. Ладно. Начало боя. Какая была морока, да? Как будто какой-то, я не знаю, спорт называется «Потуши пожар», который сделали союзные ЛТ. Один АФК, другой что-то какую-то херню уехал делать. Но все, потушили, все закончили, долили до конца и потом... от уголька прикурили сигаретку, и этот уголек тоже засосали. Прекрасно.